Во время полета у самолета из Рослова в Жешув возникли серьезные проблемы с двигателем. Пилот решил совершить аварийную посадку на автостраде А1. Мужчина был трезв и имел лицензию. Никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливает Государственная комиссия по расследованию авиационных аварий. В начале апреля 2021 года в Скирневице местная жительница обратилась к правоохранителям и рассказала, что накануне перед одним из торговых центров потеряла свою платежную карточку. Злоумышленник успешно использовал карточку 9 раз. Всего женщина потеряла около 500 злотых. Вором оказался 28-летний гражданин Украины, и теперь ему грозит до 10 лет заключения. В Польше ведут новую социальную программу для стимуляции рождаемости. Премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил, что правительство готовит программу выплат при рождении второго и последующего ребенка. Речь идет о 12 тысяч злотых. Текущие программы 500+ и 300+ остаются в силе.